Выславляется памятник сей в честь преснопамятного святейшего патриарха Алексия II. Окропление воды сия священное во имя Отца и Сына и Святаго Духа. Аминь. Наш Господи, устному рабу Твоему, преснопамятному святейшему патриарху Алексию, за Твоему вечную Святейшество, Святейший Владыка и Милостивый Отец, сердечно и сыновне приветствуем вас на белорусской земле, в столице нашей страны, граде Минске. Ныне Русская Православная Церковь прославляет покров Пресвятой Богородицы. Радость этого праздника для белорусского народа умножается тем, что нынешние торжества возглавляете вы, патриарх Московский и всея Руси. Видимый амафор Святейшего Владыки укрепляет нашу веру и невидимый покров Пречистый. От всей души позвольте выразить вам благодарность за то, что вы нашли возможность разделить с нами молитвы освящения памятника вашему славному предшественнику по патриаршему служению, святейшему патриарху Алексию II, а также и за ваше первосвятительское слово назидания. Воистину, патриарх Алексий II был Божиим человеком. Он не просто человек эпохи, он сама эпоха. Не случайно историю церкви принято изучать, разделяя на времена правления ее предстоятелей. Патриарх Алексий II был ангелом русской церкви 18 лет. Эти годы стали периодом созидания русской православной церкви, объединившие по своим амафорам многие народы на территории различных государств. Сегодня мы открываем первый памятник в честь патриарха Алексия II на Белой Руси. Желание увековечить память праведника в осязаемых материальных формах естественно и похвально. Пусть этот скульптурный образ служит напоминанием нам и нашим потомкам о жизни и трудах почившего патриарха. Мне радостно, ваше святейшество, что этот памятник освящаете именно вы, как преемник патриаршего служения и наследник первосвятительского призвания. Вознося свои смиренные молитвы ко Господу об упокоении и вселениях праведных преснопамятного патриарха Алексия II, мы непрестанно просим у Бога
здравия и долготетствия для вас. Пусть Господь укрепляет вас в патриаршем служении на благо единой, святой и апостольской церкви. Исполна эти деспоты. Ваше Высокопреосвященство, владыка митрополит Филарет, Ваше Высокопреосвященство и Преосвященство, дорогие владыки, уважаемые высокие представители государственной власти, братья и сестры, я с радостным чувством вступил на благодатную белорусскую землю в день покрова Пресвятой Богородицы, когда мы особым образом прославляем Пречистую Царицу Небесную, исповедуя нашу веру в то, что она вместе с нами. Она покрывает нас своим невидимым, но реальным покровом. Мы ощущаем этот покров всякий раз, когда скорбим, когда не хватает наших человеческих сил для решения вопросов, проблем, с которыми сталкиваемся в жизни. Каждый верующий человек знает, что в ответ на искреннюю молитву, на крепкую веру, Царица Небесная отвечает. Ее незримый покров пребывает над каждым, кто обращается к ней с молитвой. Мы называем Отечество наше, историческую Русь, уделом Пресвятой Богородицы. Это не случайно, потому что столько бед и скорбей, сколько видели наши народы, мало кто видел на европейском континенте. Мы стоим у подножия величественного мемориального храма-памятника всех святых. Здесь особенно чувствуется биение исторического курса, потому что памятник возведен в честь невинно убиенных сыновей и дочерей этой земли, которые погибли в войнах и которых разметало по лицу земли историческая катастрофа 20 века. В день покрова Пресвятой Богородицы мы особенно должны просить Господа, Его Пречистую Матерь, чтобы сохранялась в мире и благополучии историческая Святая Русь, Беларусь, Россия, Украина. Три братских народа, связанные единой судьбой, единым прошлым, и верим, имеющие одно единое будущее. Сегодня еще одно важное событие. Мы осветили, открыли памятник преснопамятному святейшему патриарху Алексею II, которого Господь призвал к служению в трудное время. Это было время распада единого государства. Центробежные силы были столь велики, что они могли разрушить не только историческую общность наших народов, но разрушить и единство Церкви. По милости Божией, именно в то трудное время, некоего лихолетия, и Церковь сохранила свое единство, и народы наши сохранили духовное единство. Мы говорим о едином пространстве Святой Руси. И в этом историческом деянии большая роль преснопамятного святейшего патриарха Алексея II. Так же, как и в возрождении тысяч храмов, монастырей, в открытии духовных школ, в открытии воскресных школ, в создании тех сфер церковной деятельности, которые были невозможны в предыдущие десятилетия. Замечательно, что этот памятник воздвигнут здесь, в Минске. Это знак признательности к покойному святейшему патриарху Белорусской Церкви и белорусского народа. Будем помнить в своих молитвах
преснопамятного святейшего патриарха Алексея II. Дабы Господь принял душу его в небесное царство свое и сотворил вечную, молитвенную о нем память в наших сердцах. Храни вас всех, Господь. Для народа покров Престой Богородицы. Хотел бы каждому, кто сегодня присутствует на этой молитвенной встрече, передать эту небольшую иконочку по храма Пресвятой Богородицы с патриаршим благословением. Спасибо. Все же уважение к Белорусской Православной Церкви, к патриарху Руси в нашей стране очень велико, и поэтому соответствующее обеспечение его пребывания здесь, на территории столицы Республики Беларусь, обеспечено по поручению президента нашей страны. Вот, здравствуйте, здоровье.